Приветствую вас, уважаемые зрители, из центра города Перми. С эспланады такая она была в советские времена, а теперь вот она такая. Библиотека на дальнем плане, памятник матери и родине, солдату и рабочему. Пенская бывшая стометровка, теперь там Сбербанк в основном. Перекресток Ленина. Белинского. На ваших экранах. Это площадь у драмтеатра. Здесь часто летом всякие празднества проходят. Вот летом как все это выглядит. А это когда-то старый был фонтан. Это взгляд за драмтеатр. Там улица Кресанова, Ленина. Это взгляд на железнодорожный мост. А дальше видно Красавинский мост, который был построен в 2008 году. Снова драмтеатр. Улица Ленина, Белинского, трамвайчики у нас отходят. Эти снег уже растаял. Сегодня право выпал снова. Снова в другую сторону. Это раньше был Ростелеком. Сейчас уж там какой-то бизнес-центр. Тут построили торговый центр Айсберги. Выше еще один перекресток Ленина Попова. Но это большой вид на законодательное собрание на втором плане. Там еще дальше гостиница Урал. Тут торговый центр Колизей, там еще вторая очередь за ним есть. Елку, видите, в центре собирают. Вот фонтан тут есть тоже. Он светомузыкальный. Летом тут светопредставления бывают. Елку, видите, уже в Перми собрали. И уже, можно сказать, начали празднование Нового года. Новый год Forever. Это другая камера на пересечении улиц Мира и шоссе Космонавтов. Это Ледовый дворец, в котором Путин приезжал, выступал. Это торговый центр Пони, это самый большой торговый центр в Перми. Леруа Мерлен, бытовая. А здесь был ипподром когда-то на этом месте в свое время. Даже видите, еще тогда вот эти уже строения стояли. Дорога в аэропорт по шоссе Космонавтов туда уходит. Пемнефтеоксинтез, Лукойл. Но если с камеры посмотреть туда дальше, видно еще снова Красавинский мост и там правый берег. На правом берегу вот еще одна камера на Ушакова стоит, судзавод. Я тут 10 лет своей жизни первые прожил. До свидания. We'll be right back.